Слесари, сварщики, электрики и водители вошли в топ наиболее востребованных специалистов в Алматы. Лидирующие позиции на бирже труда мегаполиса также занимают работники сферы услуг и медперсонал. Такими сведениями поделился замруководителя городского управления социального благосостояния Даньяр Алькебайулы. Он подчеркнул, что в последние дни в связи с приостановкой деятельности ряда предприятий вопрос по обеспечению занятости населения стал особенно актуальным. У нас в городе на сегодняшний день уже трудоустроено более 23 тысяч человек. И на сегодняшний день в электронной бирже труда у нас опубликовано более 15 тысяч открытых вакансий. Даниил Алькебайулы напомнил, что в рамках программы «Ембек» безработные алматинцы могут трудоустроиться на временные рабочие места. Участникам общественных работ выплачиваются две минимальные зарплаты в размере 85 тысяч тенге. Сегодня в них участвуют 12 тысяч человек. Большой популярностью пользуются и социальные рабочие места, добавил замглавы управления. Если по статистике брать, у нас с начала года 1101 человек уже приступили к данной работе. Здесь государство субсидирует минимальную заработную плату, а работодатель дальше со своей стороны доплачивает.